Тема «Природа», вопрос 966. Первый Паралипоменон 1.10. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть сильным на земле. Объясните, что значит «начал быть сильным на земле». Что же, неужели до него не было сильных? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бытие 10.9. Он был сильный зверолов пред Господом Богом. Потому и говорится «сильный зверолов», как Немрод пред Господом Богом. Оснащенность тогдашних охотников по сравнению с сегодняшними была почти никакая, и чтобы поймать зверя, одолеть его, нужна была большая сила, физическая и умственная. У многих верующих совершенно неверное представление о физической силе, что раз мы верующие, то нам бы вроде бы это и ни к чему, но Библия так не учит. Притчи 20.29. Слава юношей, сила их, а украшение стариков – седина. 1 Тимофею 4.8. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей, но не бесполезно. Слово «сильный» встречается в Библии 435 раз. В подавляющем большинстве случаев это носит оттенок восхищения и одобрения. Если же это говорится не о врагах, то всегда несет только положительный смысл, как в телесном, так и в духовном плане. Если вслед за сильным приходит кто-то еще более сильный, то значение сильного закрепляется только за одним, сильнейшим. Так могло быть и с ним в родом.